Футбол. Они прийти на стадион, но я думаю, что сегодня обязательно Александр Хацкевич даст серьезный бой. Тренера Маурицио Сарри и Александр Хацкевич. Сарри, который разбомбил тут поле. Посмотрим, как на это... Нет, слушайте, какие будут реагировать. Но они же тоже в таких же условиях. Челси просто играет с Эвертоном в выходные. Дело в том, что в последний раз, когда... Киев мнений в сравнении с той командой, которая совсем недавно играла против Вулверхэмптона, премьер ему. Но будет интересно посмотреть, какую ставку сделает Маурицио Сарри. Арчук 5-й, Гармаш 19-й, Цыганков 15-й, Шапаренко 10-й и Шепелев играет результат. Результат надо делать немедленно, надо рисковать. 0-3, очень большое поражение. У ворот лондонцев. Сейчас напомню, они в желтом. Подача на ближнюю. Ну, очень неплохой от передачу. Не финтит. Подача. И вынос того же Рюдигера по мячу. Жаль. Это Жиру в таком хорошем заходе. Ассистентский бал. Гол не забит. В той встрече передача. Первой главой. Выспался сейчас в Киеве. Подача. Оливье Жиру. Только что про него говорили. В первом матче не забил, во втором матче положил. Ну как так, ребят? 8-й гол Оливье Жиру в нынешней кампании. Пример матча часто, но иногда и не меняет план. Ну все, залетел и залетел. Что ж теперь делать? Особо-то не выдергивал, сыграл глубоко, но свои шансы. Свой шанс получила, да, и дальше. Виллиан. Пускает мяч Виллиан. Бойко не вылезает сейчас из ворот. Ждет Виллиан. О, какая передача проходит у него. И смотрите, какой кошмар. Трофейного. А так, конечно, побольше. От пребывания на Украине. Бойко. Виллиан. Да что ж такое-то? И опять. И... Ну вот момент. Опять как здорово разбегает. Скоростью. Классная диагональ, Хадсон-Одой. Щик, который помог Виллиану. Подача, ну это же уже не надо куда идти. Очки в наступлении, момент может быть любопытным. Но... И Хадсон-Одой. Виллиан. Маркос Алонсо. Казалось, какая бесшабашная передача. Нет офсайда. По-моему, и Гармаш тоже понял, что нет смысла никакого радоваться. Все, внимание. В стенку и еще один удар. Рикошет от Запакос. Виллиан. Вот возможность прорыва. И такой вариант Жиру. До последнего тянул с этим ударом. Обеспечивает этот опасный момент. Вот здесь пауза. Ну и понимает, что все, поезд уходит. И за спину Гармаш. Слишком сильно. О, Хацкевич изучал игру Манчестер Сити против Челси. Как? Ну, надо успевать. Очень хорошую по дистанции скорость набрал. Хороший момент для 2-0. И вот он. Оливье Жиру. 8-й мяч в Лиге Европы. И теперь ему вот эти все Red Bull и Бен Йедеры вообще не интересны. Он лучший снайпер этого турнира. И что? О, там, смотри, брат Давид Луиза тоже приехал. Офсайд. Поймали киевляне сейчас. Чего заслуживает конкретная игра? Виллиан спиной толкал. Здорово. Жиру. Удар. И дальше удар. Плотный. Не способен. И вот таким вот образом напрягать врат с игроками Челси. Алонсо. Виллиан.
нельзя позволять. Здорово. Ох, в пятку мяч Шуру попадает. На угловых. Но и сейчас не собирается. На Рюдиге. Вперед Вильяна. Хацанадой. 3-0. Маркос Алонсо, третий номер на спине. Третий гол в ворота Киева. Ну, здесь, конечно, Хацанадой надо похвалить. Ни к Хацану, ни к Рюдигеру. Канте. На поле кошмар творится для киевля. У Сари были опасения по поводу матча, что вот выйдем, недооценим соперника. На мой взгляд, все-таки Хацанадой, да, сделал классную голевую передачу на Маркоса Алонсо. Да, вот здесь ускорить. Это все так бросается в глаза, что даже больно. И удар. По-моему, мстил сейчас Коленко, Шапаренко. И удар. Еще раз штанга! Здесь еще повезло с отскоком. И вот так аккуратненько отправляет. И еще момент из офсайд. Конечно, красиво Гармаш все устроил, но... В штангу. Намо. Хорошая подача. Здесь Запакоста ищет. Но вот так находить этот мяч. Здорово, Ситклей. Под удар. А удара не... Свою небольшую деревню, великая Новоселка. Что появился там. Что-то интересное готовится. Лофтус Чик мощно как затащил мяч. Запакоста. Хороший футбол. Смотрите, интересно будет. Сейчас тренеры Челси, да, Оливье 9 из 9 и 3 вниз. Вот он, да, вытаскивает и дальше в перекладину, в штангу, смотрите, как он так бьет. И коснулся ведь мяча один. Крестовина потащил, Бойко. Второго, ну только потому, что она грязная, это, чтобы спать, подача. Ой-ой-ой-ой. Нет, Рюдигер не дает этому мячу перевалиться через себя. Подбор. Но угловых защищаться научится. Вот зачем тут Жоржинью, ума не приложу. Ну ладно. Голевую передачу. В Челси. Тоже будет событие. Подача. Так, Кармаш. И направо Спиликуэта. Здесь фол. Позволяет это немец. Алонсо. Виллиан это приглашение принимает с большим удовольствием. Да, да, Спиликуэте здесь желтую карточку, потому что Ситклей. Кепа. Свободен. И снова можно попробовать серединой. Расстрел. Ой, как классно кладет. И момент для пятого. А вот и пятый. Хацанадой. Сильно. 5-0. Поехала нога, но тут коллективно поехала нога. Линию. А вот эти ребята торжествуют.